Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. И как видите, сегодня я занимаюсь непосредственно зарядкой моего, так сказать, нового электромобиля, который пока что еще не стал моим, но уже скоро станет. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня, как вы видите, я продолжаю зарядку своего автомобиля. И мне кажется, что это уже происходит бесконечно. Я немножечко устал, но мне кажется, что 43% зарядки мне вполне должно хватить для того, чтобы просто сдвинуться с места и уехать с этого города. Как вы помните, в прошлом видосе я абсолютно случайно нашел этот Tesla Model S на заброшенном скейт-парке. И там не оказалось вообще для него владельца. И, собственно говоря, я решил его забрать себе, но перед этим просто заправиться. Так как в городе, где живу я, нету электрозаправки, я решил заправиться именно тут. Ну и теперь, когда мы заправились, можно уже отправляться в путь и ехать в мой город, заниматься непосредственно, собственно говоря, модернизацией этой машины. И как бы вам объяснить, наверное, собственно говоря, ее изменениями. Потому что мы будем перекрашивать машину, ставить другие номера и делать так, чтобы никто не спалил и никогда не понял, что это именно была тачка в угоре. Поэтому, ребята, сейчас просто на максималочке гоним ко мне в город. И продолжаем очень интересный видос. Поэтому, дорогие друзья, пока я еду к себе обратно в город Невский, у меня, собственно говоря, накопился один очень интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинцию Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь супер мощный. Достаточно будет даже обычного слабенького ноутбука. Потому что игра идет абсолютно на любом устройстве. Хоть у тебя слабый, хоть мощный компьютер, разницы нет. Просто переходишь по ссылочке в описании, качаешь абсолютно бесплатную МТА Провинцию и заходишь на 7-й сервер, где играю я. И все. И ты просто начинаешь кайфовать. Ну а также, когда войдете в игру, не забывайте воспользоваться багом, с помощью которого вы можете получить очень много денег и, возможно, такую Tesla, либо Гелик, либо Bugatti Chiron. Чтобы это сделать, вам нужно обязательно в чатике написать, собственно говоря, на клавиатуре нажать на буковку M английскую, либо на русский мягкий знак, и у вас откроется вот такое вот меню игрока. И вот тут, дорогие друзья, нужно нажать на кнопочку «Реферальная система» и здесь ввести мой промокод «Лич». Топ, вот этот промокод ввести вот сюда, и вы с изи получите просто максимальный бонус. Но какой именно, уже узнаете сами. Ну а мы отправляемся в путь, продолжаем наши такие движения, движ Париж, то что мы занимаемся, и едем ко мне в город. Как понимаете, тачка абсолютно безумно быстрая и очень легко управляется. На самом деле скорость у нее просто бешеная, 260 едет без особого разгона, но что-то ее заносит. Опа, ну нормальненько. Мы смогли все-таки как-то сохранить, стабилизировать дорогу, и опа, мы уже в Невском, как видите, тут, ребят, реально какая-то суета в городе. Давайте подъедем к пацанчикам, посмотрим, точнее, ой, да, наверное, ж нельзя полиция особо, да? Наверное, полиция особо нельзя. Но, как видим, у них тут Tesla Model S и всякие какие-то приорки, в принципе. Блин, а тут что, я заправиться не могу? Вот это проблема. А где тут электрозаправка ближайшая? Ё-моё, вот это да, ладненько, поеду искать. И продолжаем, собственно говоря, вот такое вот движение. Пацаны просто посмеялись от меня, что я не могу заправиться. И подумали, о, вот это, конечно, приколист. Но на самом деле, да, я действительно просто по прикольчику это сказал, но нам нужно проследовать на ту дорогу, потому что... Вау! Что это было? Я испугался, честно говоря. Что это было, я не понял, но... То
простой. Лучше так больше не повторять. Окей, продолжаем наше движение и едем в город Невский. Точнее, мы уже в городе Невском, но нам сейчас нужно будет найти Рео ГАИ, где мы быстренько переоформим тачку на меня и сделаем так, что просто машина будет по документам не какая-то ворованная, а просто моя тачка. Поэтому давайте-ка быстренько будем ехать к полицейскому участку, и там через моего человека мы максимально ее оформим на меня и будем просто рады. Поэтому, ребят, обязательно заходите по ссылочке в описании и играйте со мной. Я просто буду ждать каждого подписчика. Все, мы, в принципе, уже подъезжаем. Теперь нам нужно будет завернуть вот тут. Как видите, тут у нас покрасочная. Да, скорее всего, перед тем, как заехать в Рео ГАИ, нам нужно покрасить тачку. Ну-ка, нуждается ли она в ремонте после того, как я упал? Да, ребят, мы не можем модернизировать из-за того, что хотя машина абсолютно целая. Ну-ка, сколько ремонт? 7000, 6%. Машина сломана и 7000 ремонт. Офигеть, это то есть 60% будет 70? Ого, какая же дорогая машина. Окей, давайте так. А, так, я понимаю, что у нас сегодня не лагает, собственно говоря, игра. Давайте сделаем черную Tesla Model S и применим. Пока что нам больше ничего не нужно, абсолютно просто покупаем цвет и выходим отсюда. Окей, 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 потому что тут у нас ничего нельзя сделать. Так, отлично, мы все, мы уже сделали тачку другую, наступила ночь, и это как раз то самое время, когда мы можем переоформить машину на себя. Сейчас мы это... О, полегче, полегче, братишка. И сейчас мы это будем с вами делать. Какие-то пацаны, собственно говоря, не умеют ездить, ну ладно, в принципе, нам они не нужны, мы занимаемся своей суетой, и давайте сейчас поедем на Рео ГАИ. Сейчас я точно посмотрю, где оно, и все. Опа, 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 можно забыть про заправки, теперь мы, собственно говоря, только на электрозаправке занимаемся. Так, вот на Рео ГАИ, давайте что-то подъедем и поставим тачку вот тут. В принципе, я думаю, что отсюда никто не украдет. И опачки, отличненько. Фары можно не выключать, потому что аккумулятор не сядет. Это электромобиль. Можно забыть про то, что проблемы с аккумулятором. Йоу! Все, отличненько, побежали сейчас в Рео ГАИ. Будем, собственно говоря, оформлять ее на себя, и надеюсь, что номера теперь у меня выпадут крутые. Так, Tesla Model S, P100D, и давайте, опа, давайте, хочу хорошие номера, хочу, 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 и это УРН 185. Блин, обычные номера, ё-моё, обыкновеннейшие номера. Я думал, что мне выпадет что-нибудь прям, ну, супер топовое, но мне выпали обыкновенные номера. Но, в принципе, ничего страшного, как бы более-менее так нормально. Так, все, мы, в принципе, сели в тачку. И, дорогие друзья, что я хочу сказать, в принципе, на этом все. Мы выполнились на сегодня, наверное, все, что мы хотели. Мы все, собственно говоря, сделали так, что Tesla теперь стала моя. Мы ее перекрасили и сделали вид, что как будто это моя машина. Ну, в принципе, так круто. Поэтому, ребят, на этом все. Надеюсь, вам видос обязательно понравился. Если да, покажите это своей подписочкой, лайком и комментарием. Кодовое слово в этом ролике пускай будет электроника. Все, кто напишет слово электроника, обязательно попадет в мое следующее видео. А также, дорогие друзья, не забывайте переходить по ссылочке в описании и качать МТА провинцию по моей ссылочке. Она абсолютно бесплатная и стоит своего внимания. Поэтому, в принципе, на этом все. С вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи, и всем до скорых встреч!